Все профессии нужны, все профессии важны. Но почему-то в последнее время технические специальности уходят на задний план. Молодежь тянется к чистой офисной работе, а в стране растет нехватка сварщиков, металлургов и обогатителей. Поэтому мы решили показать, что и в трудовых буднях технологов и ремонтников есть своя романтика. В нашем городе 4 технических колледжа. Здесь обучают почти 20 разных специальностей. Лекции совмещают с практикой на производстве, чтобы новоиспеченные специалисты получили нужные навыки. Многие еще во время учебы попадают в ряды рабочего класса. Машинист конвейера управляет конвейерами, элеваторами и перегрузочными тележками, реверсирует и переключает движение конвейеров, регулирует степени их загрузки, удаляет с конвейерной ленты посторонние предметы, убирает просыпавшуюся горную массу. Улжас Тубетаев – машинист. Только в его ведомстве не тракторы и электровозы, а конвейер. По механизированной ленте руда поступает на производство или транспортируется на склад. Здесь главное – контроль. Если один из натяжных барабанов заклинит или выйдет из строя крутящийся ролик, вся работа встанет надолго. Я запускаю конвейер, принимаю материал. Как прием материал идет, я запускаю конвейер. И слежу за ней, чтоб не сломалось, что ролики везде крутились, чтоб конвейер не сошла. Все автоматизировано, кнопку нажал, конвейер, пошла, все работает. И следим за ней. С помощью конвейера готовую продукцию загружают на отправку. Во всем процессе участвуют всего 3 человека. Мастер смены Жанбулат Кашкен контролирует работу на ленте, подает сигналу погрузчику и проверяет вес наполненного вагона. А дежурный электрик отвечает за движение состава. Через ленточный транспортер грузим вагоны. На вагоны установили рассеиватель. Оно улучшает работу там, а то до этого равняли ручную полностью. А сейчас рассеиватель уже процентов 70-80 она помогает. На отгрузке участвует 3 человека. Электрик запускает транспортер и за равнением по вагонам смотрит. Водитель погрузчика и я там команду даю. Ну, чтоб не загружать конвейер, чтоб не пробуксовывал конвейер. С виду работа машиниста конвейера несложная, но при этом она очень ответственная. Специалист должен иметь техническое образование, знать характеристики оборудования и материалов. Но главное во всех профессиях, чтобы работа была любимой.